У казахстанских любителей спорта скоро начнется пора бессонных ночей. Из-за разницы часовых поясов с Рио-де-Жанейро большинство прямых трансляций Олимпийских игр 2016 будут идти в ночное время. Ну а связующим звеном между Рио и казахстанскими болельщиками станут спортивные комментаторы телеканала «Хабар». Успех любой спортивной трансляции зависит в немаловажной степени от работы комментатора. Красочная и яркая картинка из Рио, которую увидят телезрители Хабара, будет сопровождаться профессиональной дикторской работой. Для этого телеканал провел тщательный отбор специалистов. Комментаторы должны обладать целым набором качеств, досконально разбираться в спорте, владеть отменной дикцией. Необходим и артистический талант, чтобы эмоционально соответствовать накалу страстей на спортивных аренах. Кроме того, в наше время интернет-технологий современным комментаторам надо еще и успевать поддерживать связь со зрителем. Сейчас с развитием соцсетей очень легко наладить связь со зрителем. Надо постараться соблюсти такой баланс, то есть успевать и смотреть, читать то, что тебе пишут, потому что бывают отдельные советы и замечания, но при этом не отвлекаться от картинки. На трансляциях из Рио у Хабара будут задействованы в основном опытные комментаторы, работавшие на телеканале во время предыдущих Олимпийских игр. Но есть и новички, кому только предстоит дебютировать в этой роли. Я работал комментатором на трансляциях чемпионата мира по футболу в Бразилии, так что кое-какой опыт имеется. И главное, есть понимание того, насколько значимы Олимпийские игры для казахстанских телезрителей. Первая прямая трансляция из Рио состоится на Хабаре в ночь с 5 на 6 августа. В 4 часа 55 минут стартует торжественная церемония открытия Олимпиады. Всем нашим спортсменам, которые поехали в Рио-де-Жанейро, я желаю удачного выступления. А всем болельщикам терпения, потому что трансляции будут начинаться ночью, или рано утром, или поздно вечером. Терпения, сил и отчаянной поддержки своих любимцев. В общей сложности объем трансляций из Рио на телеканале Хабар за все время проведения Олимпийских игр 2016 составит порядка 200 часов. Так что казахстанских любителей спорта ждет настоящее телевизионное пиршество. Тимур Ораза, 24KZ.